ЧТС-8 в очень слабом гиле, да? Синтик как танк вообще пошел. А, у нас монах есть. Или слабый гир. Короче, вагоним шамана, значит, только. Судя по всему. Ну ладно. Я думал, у нас тут чуть больше вагонов. Ну тогда ладно. Сколько есть вагонов, столько есть. Поехали. У нас два аффикса, взрывной упрямый. А, тираники нету. Взрывной упрямый, понятно. Я думал, тут этот самый. Как бы проблемки. К маусоверу надо привыкнуть, кстати. Бироль, бипати, поехали. Синтик танк, да? Синтик машина, синтик сейчас потанчит нам. Синтик машина. Синтик вспоминает, что такое танковать. Теперь. Хорош, синтик, хорош. Моя школа, правильно делаешь. Танковать как бы надо, надо. Иначе кто будет танчить тогда в таком случае, если не ты, а? А никто. Никто просто, и все. Опс. Хули лайтом на по башке. Так, давай артефакт завязаю в какой-то веке. Полезным образом. Раз захилка, два захилка. Норм тал управление гневом. Управление что и кем? Гневом говоришь? Кто гнев? Кто гнев? Тут из лужи надо бы выйти, кстати. А то под лужи стоит такое себе, как по мне. Вообще занятие такое себе. В луже купаться. Из заранее. Так что такое вот дело, ребят. Такое вот. Их нельзя свести никак? Этих мобов вонючих. На. По щам. На мобе. Опс. Ше, я ману не успел от Регени в самом начале. Так что у меня даже нормально маны, по сути. Из того, что у меня есть, все у меня хорошо. По мане. Где там нам молоток понадобится, этот я уже забыл. Неважно, думаю. Неважно. Давайте просто дамажить. По кайфу себе. Глянь, оглушения какие-то рандомные. Ничего себе. Оглушенец, блин. Ай. Фул захилили и поехали. Так, здесь бы подняться было бы неплохо. Сюда и лучше. По дереву. Молодцы какие, а. Так, бурсты, ребята, ставьте на медведей двух. Я поставлю череп, тот череп мы и сыграем больше. В основном. Ух ты ж. Больновато, конечно, больновато. Ну, а что поделать? Сейчас там шаманчика немного потрогали. За что шаманчика? Шаманчик не души. Шаман, смотрю, решил подкисать немножко здесь. Сколько я там шамана кинул хпс-а? 4 ляма. Танк столько хпс-а не полутал. Ержану привет. От Ноуфуми. Если Ержан здесь еще, конечно. Он не платит мне элементы, если кто не знал. Папа? Я твой папочка? Но элементы я не должен платить. Элементы никакие. Ничего мы про такое не знаем. Но папочка, да, пахан на этом слиме я. Все верно ты сказал. Вот тут ты правильно подметил. Но пахан ничего не должен. Только как максимум, наверное, доказать, что он здесь самый главный, и все. Ведь пахан здесь я. Такс, поехали. Let's go. Так, главное бурсты оставить сейчас. Будет огромная такая... Огромные два медведя. Неприятных таких. Падлы они, медведя. Самое настоящее. А вот уже босса мы без бурстов побьем как раз таки. Вот боссов, да. Но зато Геро можно будет нажать под босса, наверное. Хотя непонятно, что у нас по ДПСу. Хватит ли нам просто бурстов или нет. А у меня РЛа нету, да, чтобы череп поставить? Ну да. Левого бейте тогда. Левый это левый.
Ну вот и все, как бы. Ну и все. И дамажим все вместе их тут. По кайфу себе. Быстренько левого запинали. Вот, все, как бы. Какие могут быть вопросы? Никаких. Пым. Так, дались, молодцы. Так, быстренько зайти сюда. Пусть срабатывает. Отпиваемся, отъедаемся и поехали. И сюда БЛчик чисто. Мальчики, БЛчик сюда быстренько зарядили. БЛчик. Да-да. Там штуки, напомню, сверху падают. Их даже видно, когда они падают. Так что на этих штучках желательно отходить все-таки. Чтобы не полутать слишком много дэмэджа ненужного. Они именно в 10-м ключе ваншотали. Ну, как ваншотали. Пробивали очень больно, очень много. Здесь, конечно, намного меньше, но все равно неприятно. От того, что они падают, как метеорит вниз к вам. Все равно, как бы, дело не самое приятное. Так что это самое. Лучше все-таки уворачиваться от них. Опс. Давайте станчик пропишем вам тут. Оп-оп-оп. И все. И живем дальше. Опс, хаосон жить. Такс. Давайте подхилочку небольшую такую завязаем. Подхилочку, подхилочку. Опс. Шоком подпробили и пошли дальше. И пошли дальше пробивать. Пошли, пошли. Опс. Все, артефакт завязаем и поехали дальше. Наваливать кабины. Опс. Ух ты ж. Мобы падлы снова появились, а. Тун-тун-тун. Что по ДПСу? 300, 300, 150, 110? Так, мобы снизу. Сверху появились. Ну, сверху прилетели вниз. Как бы все максимально логично. Ничего себе там прям прилеты по вам. Так, мобы появились, замечательно. Как будто бы не сильно хочется вас и на фул захиливать, если честно. Но шо поделать. Шо хилим, то хилим. Опс. Все. И все фуловые, замечательно. Пошли дальше. Остальное не имеет значения, главное родил. Все верно, все верно. Так и работаем. Так и есть. Стойте, бейте их, если на вас мобы. Понял. И лутайте весь урон. Ну, впрочем, на хиле этим заниматься не буду. Лутать весь урон. Я лучше пойду в другую сторону. И не залутаю этот самый урон. А вы как, ну, вам как проще, конечно, будет. Понятное дело. Вам тут уж как проще. Черепок. Черепок я не могу поставить, к сожалению, на дриаду. Ну, дриаду вы и сами должны понять, что ее надо заливать. Как минимум. Так что нормально. Дриада, падла, дриада. Та еще падла на дриаде. Грибы она обычно растит свои. Поэтому дриаду лучше в первую очередь залить. Тун-тун-тун-тун. Черепок и крестик. Да ты что? Молодец, молодец. Я бы через черепок бы больше играл бы. Так, пошло, поехало. Синтик жить? Или не жить синтик, а? Пам-парам. Не, ну конечно, насрано, конечно, шикарно. Настолько насрано, что я даже без понятия, как тут здесь проходить вообще. Ну что сказать? Леха выжил, молодец. Но... какой план на игру, пока непонятно дальше. Чем дальше заниматься. То есть грибы кидаются в игроков. Правильно, правильно. То есть игроки должны находиться сбоку где-то.
Вот так вот, Синтик немного неправильно повел. Давайте откисаем просто и встаем заново. Веди вот этих мобов, Синтик, по кругу вот этому лучше. По кругу, а не вглубь. Вглубь мобов никогда не веди. Вглубь мобов вести — это ошибка всегда. То есть еще дальше. То есть назад мобов надо водить, которые кидают какую-то лужу. Назад всегда практически. Потому что ты просто себя закрываешь с другой пачкой мобов, с другими патрульными. В этом и ошибка заключается. Кстати, лежать тоже не самая лучшая идея. Ну ладно. Я могу резнуть, конечно. У меня километровый респаун. Ну да, я его уже не косану, потому что уже все стали, ладно. Вот, пачка патрульных идет, кстати, к нам, смотрю. Грибы. Да, грибы. Падлы на грибах, те еще. А я мог с расовой, кстати, фулл рез дать. Только расовая твоя зачем нужна была? Непонятно. Ну ладно. И подвести обратно. И шо, и все. И как все замечательно проходит, а? И пойти с другой стороны, чисто обойти их. Замечательно. Все, все. Вагон завагонился. Встал моментально, кстати, смотрю, вагон. Ну ладно. Встал так встал, дело его, конечно же. Как вставать, как играть в игру. Так, стан продлю. Замечательно. Еще и землетрясение там подпробивает, а и приятненько, как, а? Сколько? Я 300 тысяч ДПС, кстати, навалил, неплохо. А это что за откидывание вообще чего? Кто из моей лужи выкинул? Не понял. И зачем именно? Вот ты, Элемчик на Лёхе, а. Лёха Элем. Откинет от любой твоей лужи. Это что-то на уровне Лёха Чипшот. Саня Паладин. Или Саня Верни Сотку. Лёха Элем. Откинет любой момент. Все, что надо. От твоих лужец, мобов. Петя Терминатор. Просто. Ваня Машина и так далее. Да. Саня Камшот. Понял. Конечно, интересная у тебя была жизнь, санитар. Очень интересная. Добрый день. Хотя уже, наверное, добрый вечер. Время-то 18, как бы. Ну, у меня это 17, если что, у вас 18. Но все равно. Все равно, все равно. Что есть, то есть. Не подскажешь, как качаться на хиле тут? Я бы на том месте качался бы не в хиле. Я бы просто спекнулся бы в хила. Потом, когда докачался бы. А в хиле бы не качался. Но в хиле тоже можно качаться. В любом случае у тебя ДПС, абилки какие-то есть. Так что жить можно. Жить здесь точно можно в хиле. Справиться уже явно возможно. Опс. Все. Все натыкали, все понажимали. Я оденусь, я вам еще покажу. Да-да, поняли, услышали. Выбежь бисовую легендарку, наверное, снова. И покажу, как надо наваливать кабины. Так, ладно. Сейчас будет жесткий хпсик. Все, пошло, поехало. Пошло все в босса, пошло, поехало. Пошел бурс, пошел. Опс. На-на-на. Шок успел? Успел, хорошо, успел. Замечательно. Восстанем, а? Что она там сказала вообще? Вот, блин, все-таки меня передамажили. Приходится хилить, а не только дамажить. Падла, это кнопка хилить. Действительно. Сама по себе. Вот дали бы просто дамажить. Я бы подамажил нормально вам. А так что-то кнопки какие-то хиловские нажимать надо. В общем, фигней заниматься. О, Синтика сбрила. Нормально.
туда этого синтика. А что тебя так легко сбрило? У тебя же там это, сейвы, вроде кнопочки какие-то, не? Должны быть. Или сейвы, кнопочки, это фигня полная. Какая себе. Офигеть. Не, ну серьезно, так серьезно в любом случае. А, это на вагоне босс был, ну тут не видно. На первом подъеме нажимал. Понял. Эх. В этом и минус играть без аддонов нужных, потому что ты не видишь, как бы, какие у танка есть сейвы, какие нет сейвов. Просто не видно ничего. Я бы на его месте не качался вовсе. Лучше на улицу сходи. Понял тебя. В регион-локациях же нужно еще квестики делать. Или для рейдов в инсту в хиле бегать. А для квестов в ДД можно в ДД. Там можешь бегать в ДД. Тут спекаться легко. Взял, нажал задействовать и погнал. Тут никаких проблем со спеками нету. Так что просто играй в ком... Как бы это самое. Ком лучше заходит и все. А, ну тут вас на фул надо поднять, да? А то вы сейчас откинетесь еще. Отлетят, ребята, отлетят. Я себя похилю. Элем сагрит. Стой, говорит. Понял. Так, он пусть пройдет, а я пойду. Все, прошел, молодец. Ага. Ага. Но на меня дракончик, так что ладно, дракончик это все фигня полная. Скажем так. Фигня полнейшая, причем, так что нормально еще. Жить можно. Жить можно, жить будем. Нормально. А что настал Монг? Не понял идеи встать и побежать с самого начала. Я иногда удивляюсь вашим идеям, такой, дай-ка я встану, побегу. Тут уже как бы 5 секунд вас резнуть, и дай-ка встану, реально, побегу километр. Я думал, ближе. Да нет, дружище. Тут ближе становится только, когда Дрессарона убиваешь, тогда ближе. Дрессарона либо первого босса, на втором нету сейва вроде бы. Хиле больше дает ДПС, чем в ретрике. А то. Настоящий истинный хулипал. Истинный хулипал будет давать ДПС больше в холике, чем в ретрике. Все правильно. Вар фигня танк горит. Понял, синтик. Все услышали, все увидели. Все нормально. Сейчас увидим способности танкования синтика. Кстати, как синтик танкует именно. А то у нас уже был один танк, который очень хорошо танковал. Здесь все, что можно танковать было. Опс. Так, давай молоточек закинем быстренько. Ой-ой. Ладно. Опс. Давай, давай, пошел за хил, пошел, поехал. А, давай. Понял. Хороший танк вар, хороший. Вообще легко сбивает, да? Не, ну как бы, как танк, конечно, дело серьезное. Этот танк, конечно, сбивает себя прям нормальненько, так, нормально так. Не знаю, кто танкует, поэтому так, чисто всех захилю. Жаль, что самодельные танки тоже не особо понимают, как танковать. Ну ладно. Пойдет. Ладно, самое главное это танка захилить, правильно? Самодельного танка на данный момент. Или себя захилить, самое верное решение будет. Какое решение более верное, ребята? Самодельного танка захилить или себя? Ну, по крайней мере, ни один из самодельных танков не отворачивает никого никуда, так что ладно. И тем более не водит. Так что забей.
Так, живем вагон, живем. А, все, да? Понял. Прикольно, приятненько. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Серега, а вас как? Вас зовут Андрой? Сильный дракончик, да? Замечательно. Хороший дракончик, просто шикарный, я бы сказал. Ладно, давай так. В соло за хила уже будем выигрывать игру, раз такое дело. Тут улянь, он что-то кастанул, там еще что-то блеванул. Что вообще происходит? Офигеть, блин. Даффи жми. Даффи, типа. На, боб накинул сам себе. Нормальный деф или как? Надеюсь, нормальный деф. Аня, я думал, под бопом не будет хотя бы откидывать из плюсов. Хоть каких-то в этой игре. Ладно. Из плюсов на таком аддоне можно хотя бы в соло закрывать. Сколько сейвов на варе? Наверное, ноль, скорее всего. Раз так сбривает парня. Ну дожить, ё-моё, дожить. Жить. В конце ж концов-то, а. Так, молоточек кинуть в себя. Все, и шо, и все. Жить. Да ну какой обвал? Давай без обвала, а. Да, ебой. Я опять стоял. Опять встал. Ох, любители повставать. Они снова встают. Вот есть хил, они все равно встанут. Ох, начинается. Хорош, Ерасик. Ерасик, машина, по поводу скилла есть вопросики? Бусенька. Бусенька вопросики написали по поводу скиллухи. Вопросики есть? Нету, ребят, бусенька. Я к ставелеме хилю. Да? Молодец. Сколько нахилил? Много нахилил? 10 листака исцеляющим всплеском, ну... Паладин тоже хилит там флешками. 1200. Но проблема в том, что я могу выдать 1 000 000 хпс в секунду, а ты нет. А ты максимум 200 тысяч хпс выдать. Секунд 10 так похилить и забить. Дальше ману регенить. В этом и вся проблема заключается. Молодой парень часто стоит, что-то докопался. В геолокациях, в рейды. Целебный эликсир излияния. Так, вагон, не ты ли говорил, что у тебя нечем хилить, а? Исцеление, еще одно исцеление линкует, говорит. На. Смотри, какие кнопочки есть. А ты не верил. Да пару костов и все. Да фигня полная. Сидит еще это показывает нам. Смотри. Смотри, что у меня есть. Кнопочки разные. Похилить. Смотри, что имеется, блин. Пытается попонтоваться перед нами. Пытается. Опс. И все. И все фуловые должны быть как минимум. Правильно? Или неправильно? Так, ладно. Все фуловые уже замечательно. Все фуловые, отлично. Можно играть в игру. Дальше. Не знаю, нажимать. Вот эту штуку не нажимать. Побежали машины. Поехали. Буква Линкани, личную жизнь. Личную жизнь. Санитар. А у тебя есть линк личной жизни? После игры в WoW и Dota. Мне кажется, ты нам что-то не договариваешь. Лема всплеск 48-4 команды. Монопол. Ну, да. Должно закончиться, по идее. Довольно быстро. С таким монопулом. Мана должна быстренько.
Да, есть. Тебе куда не слинкануть? Линкуй Дискорд. Думаю, ребятам понравится. Можешь в чат Дискорда. Ребята тоже глянули, оценили. У кого там личная жизнь, а? А ну-ка, рассказывайте. Магические существа, знаете, на уровне единорогов. Обманывать решили, ты смотри, а? Обмануть немного, обмануть, ладно. Молоток завязать будет быстрее прохождение трэша. Вот это уж точно. На-на-на. Ие. Все, все, избавление Сиры и поехали. 1%. Классно. Тот самый, та самая пачка, да, которая скинута. Те самые 1%. Ну, поехали. Синти где? Синти кедит, нет? Во, синти кедит, нормально. Поехали, поехали. Выезжаем, выезжаем, а? На поездку чисто. Кошмарная слила в кого? Нашел в кого, нашел. Нормально. Помрачение слабых, да? Дебаф называется. Хорошо. На мне паранойя? Непреодолимый ужас? Ладно. Тун-тун-тун. Надо эту штуку будет записать нам. Как раз. Усугубляющая паранойя на ком? Усугубляющая на паранойя. Вот, на шаманенке. Опс. Ладно, не успел. Бывает. Это что, убежал куда-то? Тактику не знаем, что ли? Все на мне. Там и увидели, увидели. Паранойя на синтике. Значит, от синтика надо отойти. Правильно, правильно. Вот и все. Какие могут быть вопросы? Эх. Докастовать пришлось и залутать. Все-таки. А, я забаблю просто. И что ты мне сделаешь, а? Я забаблю, что ты мне сделаешь, падла. На боссе. Ничего не сделаешь, бесполезный босс. Ничего. А, кошмарная слила прям в тебя? А, не, не в себя смотрю. Все-таки не в себя, не в себя. И паранойя в кого-то. На синтика. Понял. Тун-тун-тун. Что такое? Побежали, побежали. А респаун? Ну хорошо, хорошо. Сейчас слезем тебя. Там-там. А он не смотрит, да? Тун-турурун. 1%, ребят, успеем, не успеем, интересно. Чисто в соло-таргет сыграть все, под всеми бурстами. Кстати, если бы монах побежал, мы бы успели. А так монах не побежал. Как вылезти-то? А может, и не успели бы, на самом деле. И кого знает, мы только сюда добежали. Как вылезти-то? Бежать вперед, вот как вылезти. А, на ключик сломан, конечно. А-а-а, даже так? Надо ластовать. Надо ластовать все-таки. Как вылезти-то? А все. А все. ГГ. Надо ластовать все-таки шаману. И вести сюда трэш. Шок. Стоп. Как ты туда попал? На варе. А, прыжок якобы, что ли? Фатальная ошибка. О. Ну мы и смогли даже что-то сделать, ребят. Молодцы, молодцы. Фатальная ошибка, да, не залить трэш. Оказывается, все-таки это самое. Все-таки ошибочки от Варкрафта тоже допускаются. Иногда, что якобы не пройти ключ. Попросту. Бывает, бывает. Сегодня закрыли качел 8 плюс лифт. В 3 лема трэш не выходил из контроля. Ну, прикольно, прикольно. В 3 лема трэш не выходит из контроля. Серьезное заявление. My bad.
Ну, тут даже не то, что твой бет, скорее бет близов, то есть, ну, было понятно, что мы, скорее всего, это самое, у нас будут проблемы с войском противника, но вот чтобы нельзя было вылезти отсюда, вот это уже как бы, ну, вопрос другой. ГЦ скорлупа или что там? Глянь, какие шмоточки дропают. А, у меня лата 60-я, надо кому-то. Скорлупа это что, напомните мне? Скорлупа. Тринька на ДД? Ну, повезло, повезло, вагон. 80-я, кованые титанами. Офигеть, конечно. Повезло, повезло вам. Сюда, силу артефакта 2000 и нормально. Ладно. Нормально. Вы не убили трэш и близы виноваты, пипец. Мы не убили... Ну да, отсюда выхода нету. Все правильно, близы виноваты в том, что мы не можем вернуться добить трэш. Все правильно.